Всем привет! Мы с Никой в SkyMall. Идем покупать ей ботинки и что еще? Свитшот, капюшон. Да. Она увидела у меня красный от кабанчиков и тоже захотела. Я не знаю, что там сейчас скидки есть или нет, но, если честно, я после съемки Октагена даже не переоделась, только переобулась. И она меня затащила в магазин. Это ее подарок на Новый год от М. И мне надо выполнить его как можно быстрее, потому что я получила задание. А мне надо похудеть. Я смотрю сейчас на себя в камеру, и у меня круглое лицо. Это у всех подростков такое ощущение. Нет. Все у нее хорошо. Все, мы плохо. Идем в Бершку. Она там видела ботинки, которые она хочет. Сейчас я вам их покажу. Это не они. А представь, их нету. Придет всех и другой такой ботинок. Нету, то мое сердце... Мое сердце не выдержит. Она здесь купила джинсы. Кстати, она будет сейчас. Вот. И тогда эти ботинки были на этом манекене. Сейчас их нету. Но они такие грубые, я в сторис их попросила. Ну, мы пришли к обуви, их нет. Я не хочу расстраивать ребенка, так что сейчас все придется ехать в другой центр. Дай бог, чтобы они где-то были. Сейчас идет распродажа, только я не вижу процентов на эти. Вот. Может быть, ее и нет. Может, она есть. А нет, есть. А, есть. Вот, например. Стоило 650, сейчас 400. Так что, в принципе, можно. Можно покупать. Кстати, эти ботинки, наверное, разобрали, потому что они реально крутые. И это будет очень обидно. Тем более, если сейчас скидки, надо было покупать без скидки. Они стоили 1800 гривен. Поэтому не знаю. Сейчас мы спросим, я подойду к кассе, и там они посмотрят в базе, где есть ее размер. Радости нет предела, она их нашла. Твой размер, нет? Да. Да ты что? Прикиньте, как повезло. Вот они. Так. Ну, видите, на них скидки нету, они так и стоят. 80 800 Роковой размер. Со стелечкой не писал. Только на стелечке. Ну, прикольно, конечно. Так, ну что, с Богом? Момент истины. Кстати, не смотрю предыдущие влоги, никак этого волосы. Я скачаю это ее длину. Я тоже уже скачаю. Да? И я тоже за своей не скучаю. Все, мы отпускаем. А сколько мы сбили? Ну, я постригла, потому что необходимо. Уже такая пришла. Вот, а не как, потому что... Да. Они прекрасны. Они прекрасны. Ой, смотри, какая шапка классная. Вот это? Да. Ника любит такой цвет. Прекрасная, классная. Она вон желтая. Но это другая. Ну, естественно. Вообще другая. 5 оттенков желтого должно быть гардероб. Желтый очень красивый цвет. Он отлично сочетается с черным. Не буду спорить. Факт. Вообще с черным сочетается все цвета. Поэтому я люблю черный. Если честно, я офигеваю. 1800 гривен за некожаный обувь. Реально можно найти кожу за такие деньги. Такие не найдешь. Да, конечно, не найдешь. Вообще не найдешь. О, да. Ну иди туда. А? Туда иди. Теперь иди ко мне. Берем? Даша, помери. Хочу отращивать волосы. Отпускать. А. Я хочу отпускать волосы. Без них все смотрится совсем не так. Жизнь потускнела, уши мерзнут. Жизнь такая. Вообще, затылок, уши, все мерзнет. Капец, как так жить можно? Я вообще не представляю, как живут мальчики. У них уши мерзнут. И затылок тоже, и шея. А комары когда ночью кусают. Как они вообще спасаются, я не понимаю. Волосами лицо укрыла. Да,
Да, у меня правая нога реально больше. Главное, не короче. Теперь мы идем куда? Куда-то, чтобы найти свитшот. Обувь. Уже купили. И я очень рада. Теперь надо найти свитшот такой большой и с капюшоном. Я же говорю, можно идти сразу в мужское дело? А, ну окей. Понимаете, подросток. Подросток. А я такой, таким подростком не была. Ника вот такой типичный подросток. Да не типичный, а подросток. Я типичный. Же виновата, что мне нравится. Просто все девочки ее возраста, я просто смотрю, они все такие ноготочки красят, такие все, ну, как я. То есть ты хочешь сказать, что я подросток мужского типа? Нет, ты подросток, который другой. Типичный подросток. А какой? Это уже особенный подросток. У меня тут особенный подросток, который подросток любит... А кто ты? Среднестатистический человек, живущий на планете Земля. Возраста 15-14 лет, да? Окей. Круглым лицом. Любящий черный цвет. А еще желтый и красный. Косметику no. Что еще? Просто девочки в ее возрасте делают ногти, красят ресницы. Красятся. Прям красятся. Красятся все. Тем более. И одеваются, ну как, более женственно. Ника говорит, это сильно облегает. Где моя бусиночка? Один из вариантов, сколько он, 900 гривен стоит, он на флисе, но тогда уже за 1200 лучше купить в кабанчик. Он будет лучше качества и без принта. Смотри, вот это прикольно. Ван Гог. Все знали, что я знаю, кто такой Ван Гог. Не, ну вообще я люблю искусство, да. Кстати, да, Ника разбирает. Откуда, правда, я не знаю, потому что я в искусстве вообще. Ван Гог. Еще один Ван Гог. О, классные джинсы. Увы, не Ван Гог. О, смотри. Нет. Рюкзак прикольный. Тебе все прикольно. Кстати, ребята, вы смотрели «Автоген». Уже вышел 6-й выпуск. И сегодня снимали 7-й. Очень веселый, новогодний, смешной. Кстати, 6-й тоже веселый. Там эксперименты, мне чуть зубы не выбили. Так что оставляю внизу ссылочку. Приходите, подписывайтесь и будете видеть новые. И как бы пишите комментарии. А у меня ноги такие худые-худые. Мои ноги в этом каким-то. В этой куртке прям очень худые. Просто на мою ногу и на свою ногу. Ну, Ник, я тебе могу сказать, что в 16 лет я выглядела не так, как сейчас. Сейчас я выгляжу худее, чем тогда. А у меня крупная лицо. И что? Это нехорошо. Мы сейчас... Мы в Страдивариусе. Я люблю этот магазин. Мне нравятся здесь вещи. Они прикольные. Вот. Ну, по качеству раз на раз не приходится, но именно фасоны мне здесь нравятся. Нашла? О! Ну, мне не нравится качество, ткань не нравится. Да, кстати, мы обратили... Ой, нет, да. Мы обратили внимание, что если есть классный фасон, то по материалу может быть вообще не ок. Скидки есть, но они такие маленькие. Еще пока маленькие. Я люблю гольф. И мне нравятся, которые и облегают, и те, которые и оверсайз. Кстати, я обратила внимание, когда в Европе была, там вещи гораздо качественнее и дешевле. Поэтому здесь, конечно, покупать не особо уже и хочется. Девочки, не знаю, как вы относитесь к обручам. У меня обручей много. И вот такие вот, как у меня сейчас на голове, у меня их тоже много. Я маме покупала Доминики. Вот у меня такой серебряный, потом такой золотой, как осень. И есть еще зеленый, более тонкий, ну, такой тоненький, красивый. Смотрится на голове очень прикольно. Не всем, конечно, нравится, но мне нравится. Покупала я Salon Enjoy. Качеством, конечно, лучше, чем вот такие вот. По цене там 600-700 гривен. То есть чуть дороже, но гораздо лучше. Зашли в Катон. Ника нашла, короче, на свитшот капюшон. Она повернется. Штуками, у нее тут цепь, то есть она уже приобрела. В общем, какой-то робер у меня растет. Да, тяжелый металл. Ну что, есть еще белый. Вам какой больше нравится, напишите в комментариях. Белый или черный? Тебе какой больше?
Я еще взяла. А, точно. Забыла. Мне это нравится. Но я тут ничего такое. Что делать? Брать два? Мы это поберем, да? Хорошо. И еще в кроп зайдем, да? Ну, вот хитренько. Мы просто посмотреть, да, мам? Да, ну как всегда, просто посмотреть. Просто зайдем посмотреть. Так же, как с хлебом в магазин заходим. О, нет, да это вообще смерть кошельку, когда мы за продуктами идем. Мы же просто за хлебом идем. Я реально захожу за хлебом, два огромных пакета и минус полторушка. Хочу вам показать. Может быть, вы мне подскажете, не могу определиться, не могу найти. А у нас такая пижама, в которой можно будет ходить по дому, потому что мы едем отдыхать вместе с моим молодым человеком и с детьми. И поэтому как бы мне хочется не в таком виде, естественно, я не смогу в таком виде ходить при детях. Надо или какой-то халат дома. Такого нету. Или вот что-то наподобие такого, вот, чтобы можно было в нем спокойно спать, если, например, Демка прибежит, чтобы я была не раздетая, а в пижаме. Вот. И я не могу определиться, то есть я не могу найти что-то такое прикольное по материалу, и чтобы хорошо сидела, ну и цена, чтобы не за все деньги мира. Поэтому, поэтому ищу. Ищу. Сейчас буду вам показывать, как оно все на мне сидит. Но если у вас есть, и вы знаете, в магазинах какие-то прикольные вещи, то напишите мне, пожалуйста, в комментарии. Сиамские близнецы. Не могу по-другому. Вот, показываю. Прикольно. Очень мягенько. В нем можно спать. Сзади тоже прикольно смотрится. Я на колготке, потому что не хочу стоять здесь босиком. Вот. Ну, мягко, хорошо. Я даже затемнять не буду, возьму. Это просто, чтобы было дома. А именно вопрос с... В чем спать, не решен. То есть в этом, в принципе, тоже можно спать, но потом можно, например, надеть вот такие штаны. Кстати, я сейчас так и попробую. Да. Ну вот такие вот домашние штаны. Кстати, я одела уже другую, и она тоже такая мягенькая, удобная. В ней спокойно можно спать, ничего не давит, косточек нету, поэтому все хорошо. А штаны с карманами, но как сидят, мне не очень нравится. Мне кажется, они коротковатые как-то. Это XS-ка. Вот тут вот XS-ка, вот это, и штаны XS-ка. Или можно их чуть-чуть спустить на бедра. Но не прикольно, они не для бедер. Есть такие, знаете, набедренные, они прикольные. Вот, как домашняя одежда. Эти штаны не очень. Они были бы прикольные, если бы был размер другой. Или если бы они были набедренные, более сексуально бы смотрелось. Материал очень приятный. Так что штаны пролетают, это точно беру. Ну, примерить одновременно штаны и рубашку я не могу, потому что они прикреплены. Буду проверять по отдельности. Рубашка прикольная. Она такая, знаете, тоже хлопковая, приятная к телу. И фасончик вроде неплохой. Если еще штаны подойдут, то возьму. Такая пижамка. И по дому можно ходить, и готовить можно. Смотрите, штаны тоже прикольные. Размер M, цена 850 гривен. Это комплект. Вот. Я думаю, что, наверное, надо брать. Очень приятное тело, так что я возьму. Если вдруг вам надо, то тут еще есть. Причем это без скидки цена. Значит, размеры должны быть. Но я не нашла маленькие, только большие. Та-дам! Я купила. Та-дам! Я тоже купила, да? Да. Мы, кстати, в Страдивариусе нашли прикольный блокнот. Планеры. Планеры, но там есть еще такой... фотоальбом, да? Да, типа фотоальбом. Ну, в общем, надо срочно отсюда уходить. Срочно. Бежать. Но мы идем в кроп, потому что Ника купила один свитшот, она хочет прянуть еще один. Вот. А еще у меня есть дома стабилизатор, но я его не беру, потому что он огромный. А надо бы. И мне надо еще петличка, которая стоит 200 баксов. В общем, мне тоже нужны подарки. Мам, можно? Да. Зубик выпал!
Первый зубик выпал. А вроде бы только недавно мы их пришивали на место. Пришивали. Кто знает, тот помнит. Кто понял, тот поймет. Да, ситуация, покажи. Зуба нету первого, нету зубика. Девочки, напишите в комментариях на футболе, прикинь. Да? Я прихожу забирать его с футбола. А Дёма бежит и говорит: мама, у меня зуб выпал. Тренера смеются, дает зуб тренеру и такой говорит: ну, так нормальный вид спорта, зубы выпадают. Класс. У нас каждый вечер с Демидом посиделки, разговоры. Да, я спрашиваю, как прошел его день. Он мне рассказывает, как прошел день, что ему в этот день понравилось и что его огорчило. Да? Вот расскажи нам, как прошел твой день сегодня. Ну, мы, когда ты меня из-за папы отвела в садик, мы там поиграли. Поиграли. Поиграли, покушали. Угу. Потом... Не на улицу, а на улицу. На, на занятия. А какие занятия сегодня были? Ну, просто ходили по Нильне и танцевали. И танцевали, ага. И по золотой. Что-что, по желтой линии? Да. Ага. Там мы... Ну, в другой раз там мы ходили. Потом на Ватьке, а потом... Ой, тихо, гитара Никина. Там по узкой лавочке мы вот так ходили. Видишь? Угу, вижу. И там шатался, и я чуть не упал. Так. И, ну, и мы пошли, покушали суп, угу. Что-то там другое, поспали. Угу. Потом... А потом мы пошли все оладушки кушали. Оладушки, ой, я так люблю оладушки. С хлебом. Оладушки с хлебом? А пили что? Да нет, с хлебом. С Глебом. Да а... нет, хлеб. С хлебом, Глебом. А ну покажи, Дёма, этот выпал. Нет, не язык покажи. Зуб выпал у Дёмы. Да. Где покажи? Тихо, тихо, гитара. Ну где он? Ну так ты же улыбнись. Ты же... Вот, языком же закрываешь. Вон. Выпал. Там другой растет уже. Дай посмотрю. Все, там другой уже прорастает. Настоящий, постоянный зубик теперь прорастает. А мы на потоку. А, мы ручки мыли, все нормально. Ну, а потом... Уже взрослый, 6-й год пошел, да? Опа! Гитара выключила свет. Она хотела, чтобы мы спали. Да. Так, а потом что было? Потом угу. Мы покакали. О, все? Да. Все-все? Да. И ты тоже? Да. Ого. Я пошутил. Поиграла. Ну, я там с Малкой играла в ББ, там кружки просто были. Я играла. Играл. Играл. Не трал, а играл. Играл. А, потом. И ты меня забрал. А потом мы, я тебя забрала, и куда мы пошли? На магазин. Так, что мы там купили? Игрушку. Продукты, идем, а попросил игрушку. А потом мы куда пошли? На футбол. А на футболе как тебе? Понравилось? Да. Потом ты вышел и что увидел? Что? Снег! Сегодня пошел снег! Снег! Да. Сюда! Быстро иди сюда! Я тебя достану! Каблуком! Эй, это мое вообще-то! Я! Ай, ай, ай! Отдай мне свою ногу, всё!
Нет, только не это! Я его боюсь, блин, он такой стрёмный. Я тоже его боюсь. Ну ладно. Это, короче, паук на пульте управления. Давай. Ну он уже не... Давай. Это моё оружие. Так нечестно, такое оружие нечестное. Ай, мама, блин, как мерзко. Он еще такой мохнатый. А потом из букашки вылазит личинка. Покажи. Вот, вылазит вот так вот личинка. Сейчас я вам расскажу маленькую историю. Ника рассказывала Деме про молекулы. Вот. Ой, фу! Рассказывала она ему про это несколько раз. Вот. И теперь каждый вечер Демид говорит: расскажи мне про личинки. Ника говорит: не про личинки, а про молекулы. Я говорю: Ника, говорю, а теперь расскажи ему про личинки. Он молекулы называл личинками. Да, говорю, теперь расскажи ему про личинки, чтобы он не путал молекулы и личинки. И теперь Ника рассказывает ему... А потом из этой личинки вылупляется новая букашка. Что такое личинка? А что она кушает? Ну, не знаю, всякие крошки, какие-то штучки. Смотря какая букашка. Смотря какая личинка. А что? А чё? А из чего букашки? Из чего букашки сделаны? Букашки ничего не сделаны, это живой организм. Как и ты, как и кошка, только другой, как паук. Их же ж не делают из чего-то. Вот букашки вылупляются из таких личинок. А почему? Любимый вспомнил. Что, почему? Почему? Сны не б... А чё сны, чё наша мечта не бывает. В смысле? Что, почему мечты не исполняются? Да. Исполняются если плохие. Некоторые. Но если чё не слушаете, если не слушаете, почему не дают подарки? Демид, ты в 3 года разговаривал лучше, чем сейчас в 5. Мечты не исполняются некоторые. Потому да? что сны или мечты? Сны. Сны, так правильно же надо говорить. Мечты и сны это разные. Давай сны. Ну смотри, что такое сон? У тебя вот тут вот есть мозг. Вот работает 24 часа. А, Дема не знает, сколько времени в сутках. Надо рассказать. Ну, толку мало будет. А, смотри, и даже когда спишь, твой мозг все равно работает. А почему? Потому что мозг всегда работает. Хочется ему, трудолюбивый он очень. И он всегда-всегда работает и постоянно о чем-то думает. И когда ты чем-то взволнован, ты думаешь постоянно про что-то. Вот ты думаешь, что ты хочешь себе новую машинку. Или там думаешь про ниндзягу. А потом ты думаешь, и когда ты ложишься спать, твой мозг продолжает думать. А почему с ничего... Не плохие сны. Плохие сны снятся, когда ты думаешь о чем-то плохом. Какие-то, может быть, у тебя были переживания или какие-то страхи. Да. Вот что-то вот случилось. Вот чего ты, например, боишься, и это может присниться. Страх, если ты упадешь в пропасть. Пропасть? У тебя такой страх есть, да? Как мы с молекул перешли на страхи? Я могу идти делать уроки? Нет! Он любит очень с Никой разговаривать. Хорошо. Он обожает разговаривать на такие что темы. Я только что перевернула вот это вот. Аскорбиновую кислоту. И Ника смеется надо мной. Говорит, что так невозмутимо, ты даже не посмотрела в сторону, куда они улетели. Банка открылась и смотрит на меня с таким невозмутимым выражением лица. Это было как-то типа... Я нас рассыпалась, шумит, а мама смотрит на меня так и улыбается. У меня руки тряслись. Короче, я пью магний B6 антистресс. И видите, у меня тут есть такой бокс от витамин, который у меня уже закончились, бокс остался. И я вот разделяю. Тут омега-3, здесь магний B6 антистресс. Это витамин для волос, господи, заговариваюсь. Плюс я еще купила себе валерьянку, потому что с последними событиями, которые у меня происходят, без валерьянки и без магния B6 очень сложно. Фея, да, ему принесет денежку, да, Дима? Ага. Ну все, пойдем. Мы шефы!
Ковчаги, ковчаги, снеговики. Хай живой мини и снегу, но будем как жить. Доброе утро! С Новым годом, друзья! С Новым годом! На этом я свой влог заканчиваю. Всех люблю, целую. А это завтрак от моей любимой дочери.